бы сейчас пакость какую-нибудь выдумать, подпортить людишкам праздничек. А только что вы такое выдумали? Разве месяц выкрасть? А что, неплохая идея. Опять же, подарочек для дрожайшей Солохи. А я, дрожащая Солоха, вам подарочек и вас украшение.
Ах, Вильзувий Иванович! Для вас, так сказать, месяц с неба. Ах, нет, хоть один поцелуйчик. Солоха, отвори, Солоха. Солоха. Ну, здравствуй, Солоха. Ты, может, не ждала меня? А, что вы, Василий Никифорович? Нет, правда, не ждала. А я нарочно шедший из гостей решил заскочить сюда. Поздравить тебя с Рождеством. Сидайте, Осип Никифорович. Ну, давай, Солоха, мне теперь рюмку водки. Я думаю, у меня горло от проклятого мороза замерзло. Вот, пожалуйста, Василий Никифорович. И закусочку. Мамаша, отворите. А, сынок, это ты? Ты будешь проголодался? Я сейчас. Проголодался? Но у меня уже давно никакая еда на ум не лезет. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Вот зачем здесь лежат эти мешки? И давно пора убрать. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Нет, не могу, нет сил больше. Через эту глупую любовь совсем тряпка стала. Но, Боже, до чего она хороша. Нет, не можешь пересилить себя. Пора положить этому конец. Пойду утоплюсь в проруби. Вот сейчас мешок на голову и... Ах, с нами крестная сила. Ой, не поминай Бога, замолчи. Да и не поможет он тебе, а я помогу. Денег дам сколько хочешь. Сегодня же Оксана будет наша. Только надо бы контракт подписать. Ты мне свою душу, а я тебе. А креста не хочешь? Помилуй, Вакула, все, что тебе надо, сегодня же будет сделано. Только не клади на меня креста своего. А, вот каким забел, проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня. Слышь, внеси на себя, как птица. Куда? В Петербург, царица. А что, был такой момент? А хороша у диакона Ливка. О, смотри, круг. Видишь, какие мешки кто-то бросил на дороге? Да. Повезло же наколдовать. Кому-то наколдовать столько. Какие страшные мешки. Положим, даже если здесь одни только гречневые пироги. И то добрый. Жидовка дает за каждую чарку водки. Они утащите его поскорее, пока никто не видал. Куда же мы его потащим? В шино? Да только правда это шутка. Ни за что не поверю. Скажешь, что мы украли. Тогда потащим ко мне домой. Там нам точно никто не помешает. Женьки как раз нет дома. Я думаю, до утра протаскается с бабами. Точно ли нет дома? Слава Богу! Я еще не совсем без ума. Черт бы понес меня туда, где она. Это ты про кого, муженек? Уж не про меня ли? Вот тебе на. Вот это хорошо, что наколдовали стол. Покажи мне сейчас мешок ваш. Ну если черт тебе покажет, а не мы. Тебе какое дело? Мы наколдовали, а не ты. Это ты мне покажешь, негодный пьяница. Ой, да тут, наверное, целый кабан. Кабан? А все ты виноват. Что же делать? Как что? Чего мы стоим?
Отними мешок. Пошла прочь, чертова баба. Ну и Солоха. Ай да Солоха. Ну что, Вакул, как тебе Петербург? Губерния знатная, нечего сказать. Домы большущие, картины висят сквозь важные до чрезвычайности. Но только как мне в царицу попасть? Да я уже все устроил, на то и черт. Ну гляди, сейчас сама царица пожалует. Кланяйся, болван! Помилуй маму, помилуй! Встань, светлейший князь Потемкин обещал меня познакомить с своим народом, которого я еще никогда не видала. Тебе сказали, у тебя ко мне дело. Чего ж ты хочешь? Ваше Величество, магнетно сказано, из чего сделаны черевики, что на ногах ваших. О, если бы моя женка надела такие... Если тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите мы себе же чашу. Башмаки есть самые дорогие. Золото. О боже, ваше величество, что за украшение? Да до таких башмачков из чего ножки должны быть? По крайней мере, из чистого сахара. Ах, медведь, какие комплименты. Ну все, уноси меня отсюда. Вы слышали новость? Кузнец утопился! Утопился? В проруби! В проруби, да! Оксана, наглядная Оксана, я достала тебе такие черевички, и сама царица носит. Не нужны мне черевики, я их без черевичек, выйду за тебя замуж. Ну и кузнец, удалой хлопец, и Фриан достал те самые черевики, что носит редкая паночка. Ну, вот свадьба. Свадьба? Где свадьба? Здесь свадьба! Ну и гульнем!